Привет, это снова Игорь. Перед вами снова Neverwinter Nights 1 игра. Продолжаем осмотр ее серверов. На этот раз в PvE Story. На этот раз я хочу осмотреть французский сервер. Какой-нибудь французский сервер. Вот, например. PvP написано. ФР, приставка, означает Франция. ФР. Лана. Лана Буся, что ли? Лана. Линда. Ладно, зайдем, осмотрим сервер. Эльфа, портрет. Давайте в этот раз лича, мне вампир уже изрядно поднадоел. Рисен Лорд. Монах. Узнаем, что за Лана играет. Либо наша известная Буся, либо другая Лана. Она фамилия. Belfaron's power will strike you down. Try, mortal. Taste Belfaron's power. Ну что ж, проверим, что за сервер. Lacho X. С французским у меня, конечно, вообще туго. Поэтому попытаемся поговорить на английском. Ни слова я не пойму тут. Давайте поговорим с ней. Привет, Буся, типа. Сейчас узнаем, если отзовется, значит наша Буся. Если пошлет, то значит француженка. Вот видите, что-то написала не на русском, значит я ошибся. Буни? Я не знаю, что это значит на французском. И Google транслятор не хочу сюда запускать. Быстренько осмотрим сервер и все. Hello. Снежок, а я люблю зиму. Даже сибиряк. Что-то она написала на английском. Давайте посмотрим. Ух ты, ё-моё. Видишь, какая. Характер такой же, как у нашей русской Буси. Она мне пишет. Ну, так тогда не оставайтесь здесь долго. Это французский сервер. О, это французский ролеплей сервер. Она мне тут запрещает играть, в общем. Телек надо выключить, он мне мешает. Так. Сейчас мы найдем эту Лану Бусим. Поговорим с ней глазу на глаз. Ой, просто Лана. Уже что-то Буся, это у меня уже в глазах мерещится везде. Так, уже красная дверь какая-то. У меня же... Сердце есть, и, наверное, тут ловушка. Где все игроки, интересно? Ну-ка, давайте с ней поговорим. Надо найти эту девушку и познакомиться, посмотреть, хоть как она выглядит.
Опять беготня начинается. Мы подойдем до игроков, так уже сутки пройдут. Наверное, надо в эту дверь зайти. Я там умру, и на фугу попаду, и уже у игроков окажусь. Самый быстрый способ. Что-то у меня выскочило объявление какое-то дурацкое. Отлично, откуда у меня ина была? Фуга есть тут у них? Нет? О, замечательно, ну это просто супер. Надеюсь, не в старт-локу потом откинет меня. Ну вот опять же. Где умер, туда и откинуло. Буся. О, господи, меня выгоняют уже с сервера. До чего не приветливые французы. Я думал, они лучше. Вот и видим истинное лицо французов. Она что, ДМ, что ли, раз так со мной разговаривает? Ты что, ДМ здесь? Я спросил. Ну-ка, вот кто здесь? Есть какой-то игрок. То есть смотри, она мне дизлайк поставила. Бонжур. Бонжур, это здрасте, это точно знаю. Написала. Просто игрок, кто хочет играть в мир без того, чтобы меня раздражали, типа. Ага. Без того, чтобы меня раздражали те, кто, кому здесь нечем заняться, типа. Ну-ка, еще что-нибудь поговорим. Try more. Run. Depart. I have succeeded in my task. You are not the master. Вот сейчас мы с магом свяжемся. Я в full PvP арене. Full PvP зоне, так это же замечательно. Так, подожди, сейчас посмотрим, как он пробежался мимо нас. Этого имя тела века. Приготовься к смерти, хозяин. Try, mortal. Yeah. Все. Конец. Вот черт. Так, мне интересно, а я вот хотел еще увидеть эту девушку. Ладно. Она веселая. Я всех уже увидел на этом сервере, кроме Ланы. Моя задача ее найти. Хотя мне не нравится долго записывать видео. Хотел бы разглядеть ее. Она мне дизлайк даже поставила. Ну все, я тут, похоже, уже вне закона.
большого опасного игрока, но он не пискрит жесткий. Ну, французы, французы. Блин, ну как он? Ну, странно, мне, видимо, не повстречаться. Ну, видимо, игроки понабежали сразу. А что теперь надо сделать, чтобы на меня больше NPC не нападали? Все, отлично. Не дают мне покоя никто. Надо написать. Надо написать, что я ищу только девушку Лану. Вы меня вообще не интересуете. Херес. Где это она? Сейчас он мне дорогу покажет, может, к ней. Мы с ней встретимся и все на этом. Видите, я нашел цель в этом сервере. Встретить Лану. Но мне не дадут жалкие НПС. Никак. Достали уже меня. Все убивают и убивают. Атаковал его, он лидер этой деревни. Ага, есть у них тут ванна? Ладно, нет, она одиночка, наверное. Так.